Всем привет, с вами Канобу и ведущий новостного отдела сайта Сергей Целюрик. И сегодня я покажу вам и расскажу про Into the Breach, одну из лучших инди-игр года. Ну, у меня уже нет никаких сомнений, что она определенно заслужит каких-то высоких наград и почестей в этом году. Это тактическая игра от создателей FTL Faster Than Light. Вы наверняка слышали или играли в FTL, потому что, во-первых, она заслуживает того, чтобы вы в нее поиграли, во-вторых, но она очень нашумела и переиздавалась успешно после своего релиза. Расширенным изданием работал Крис Авеллон, известный сценарист, которого все любят. В том числе за его работу над играми Obsidian и над Planescape Torment. И сценарий для Into the Breach тоже написал Крис Авеллон, но только что-то здесь не очень ощущается вообще наличие какого-то сценария. О чем игра? Игра, в принципе, как Тихоокеанский рубеж. Ползут отовсюду гадкие кайдзю и гигантские роботы валят их, чтобы кайдзю не разрушили города. Ну, чтобы, то есть, не было как на этой картинке здесь. Игра, в принципе, очень реиграбельна. Здесь процедурно генерирующиеся уровни, поэтому все... каждый раз все новое. И здесь, как в FTL, было несколько вариантов кораблей, на которых вы могли лететь. У каждого были свои особенности, своя команда и своя экипировка. Также и здесь с кайдзю можно сражаться при помощи разных команд. Пока что я как следует опробовал себя с дефолтной командой, но сейчас я, наверное, хочу попробовать поиграть какой-нибудь альтернативной командой. Вот я открыл. Ну, давайте попробуем позиционирование, например. Вот, в каждый бой у меня будут ходить по 3 робота. У каждого и с их умениями я сейчас познакомлюсь. Хорошо, вот, например, мой большой ходячий робот умеет хватать врагов и перекидывать их через себя, нанося им при этом урон. Он бронированный, весь урон по нему снижается. Это хорошо. Дальше. Осадный робот. Он стреляет по точке, не нанося урон по самой точке, однако нанося урон и разбрасывая все окрестные точки. Как можно видеть на показываемом ролике, это позволит мне отбрасывать врагов от городов, которые мне нужно защитить. И, наконец, у меня есть гравитационный мех. Он подтягивает на единичку врага к себе. И у него есть пассивное умение, что... Ага, враги наносят друг другу больше урон. То есть, пока этот мех у меня находится в бою, все враги друг друга бьют больнее. Ну, любопытно. И я взял с собой с предыдущего прохождения пилота, у которого есть умение, что можно ходить дважды, если не двигался. Надо будет еще подумать как следует, в какого именно робота я это хочу применить. Наверное, из этих мне действительно это нигде не пригодится, но посмотрим. За Зенит Гард поставили мат в 2 хода, пишут в чате, очень плохие меки. А, то есть вот эти плохие. Ну ладно, хорошо, что я их не пробую. Ну, попробуем начать игру, посмотрим, что у нас получится. Игра сложная, ошибок она не прощает особо, и постоянно приходится балансировать и от чего-то отказываться, что-то терять.
Тут есть 4 острова, 4 биома, так сказать. На каждом из них свои особенности, свои правила, свои враги. Давайте сразу начнем, наверное, с последнего. А, точно, я могу проапгрейдить свой мех, потому что в нем сидит опытный пилот. На самом деле не могу, потому что... нужно, чтобы получить важный для меня апгрейд, мне нужно еще единичку энергии. Опять же, очень на FTL похоже. Которой у меня нет, этой единички. Ну, понадеемся на то, что я смогу ее получить во время того, как я буду побеждать. Этот остров — гигантская помойка. Ну, давайте попробуем. Итак, поле боя, как мы видим, достаточно компактное. Через 5 ходов я выигрываю автоматически. То есть, как только проходит 5 ходов, я сразу побеждаю. Проблема в том, что за эти 5 ходов мне нужно минимизировать свои потери. Враги постоянно будут спауниться и атаковать здание. Если я за эти 5 ходов выполню еще и бонусные задание, то я получу единичку репутации, на которую я смогу покупать себе всякие апгрейды и прочее добро, и единичку энергии. Энергия — это единая линейка здоровья, которая тянется через всю игру. Каждый удар кайдзю по дому снимает одну единицу энергии. Если я потеряю все, я проиграю. Сейчас у меня, по-моему, 4 или типа того. А я мог, да, я могу проапгрейдить себе на ХП или мув. Ну, это не то, что я хочу. Ладно. Так, ну давайте. Вот это у меня робот ближнего боя. Это робот дальнего боя. Как бы мне его поставить? Выгодно, чтобы он мог везде стрелять. Ну, пускай будет здесь. И это робот, который подтягивает врагов к себе и не делает больше ничего. Все очень странно. Давайте посмотрим, как я смогу с ними что-то сделать. Так, да, у меня есть 5 единичек энергии всего. Итак, если я сейчас дам сходить этим двум подлым стрекозам, Хорнет это шершень. Ну ладно, если они сходят, они разрушат, точнее, они нанесут 2 урона зданиям. Я этого не хочу. Мне нужно с ними что-то сделать. Что делает этот летающий? Он не атакует, но, как видно, что все остальные враги, все враги, которые находятся на поле, пока этот жив, по ним меньше урона проходит. Это не очень хорошо, я этого тоже не хочу. Что я могу сделать, чтобы... чтобы этого не произошло? Меня смущает то, что мой гравитационный мех не наносит урона вообще. И это очень грустно. Также получается, что я не могу отодвигать врагов от себя, только пододвигать к себе. К несчастью, я не могу, значит, подвинуть этого летающего врага поближе к его другу, чтобы он замочил своего друга. Скорее всего, я попробую их раздолбать вот этим артиллерийским залпом для начала. Все-таки их двое. Почему бы нет? Один из них, увы, вообще не получит урона при этом. Но я не могу делать так, потому что так я снесу сам себя. Итак, этим мы добились того, что этот получил урон, а этот больше не атакует наше здание. В принципе, не так уж и плохо, но
Теперь он атакует моего гравитационного юнита. Правда, тот еще не сходил, поэтому не страшно. Я думаю, для начала я убью этого врага, который давал всем пассивный баф, потому что я не хочу, чтобы он этого продолжал делать. А теперь этим юнитом я отодвину его. Все. Урона я нанес очень мало, но, по крайней мере, теперь мои здания не пострадают. Хорошо, атака врагов прошла. Я ничего не потерял. Вот тут мне даже интересно становится. Может быть, я чего-то не понимаю, но... только что ведь конвейер подвинул этого летающего врага, значит, конвейеры также на них работают. Это, соответственно, значит то, что... этот враг, стоящий на конвейере, в принципе не сможет атаковать этот дом, что он, в принципе, уедет сюда и промахнется. И мне вообще его не нужно трогать. Он не несет никакой угрозы. Этот враг нацелился только на мой гравитационный мех, и я его, в принципе, не очень-то и боюсь. Получается, что больше всего я хочу сейчас что-то сделать с вот этим врагом, потому что он единственный, который стреляет в здание. Наверное, наилучшим решением для меня было бы пододвинуть кого-нибудь к нему на линию огня. Но я боюсь, что я просто не могу такого сейчас сделать. Этот умеет только подтягивать к себе. Этот умеет только перекидывать через себя. А этот может хорошо разбрасывать, но он наносит урон зданиям. И если я выстрелю рядом с ним в эту клетку, то я снесу здание. Я этого не могу допустить. Сначала атака пойдет, а потом только конвейер мне подсказывает. Но нет. Здесь можно посмотреть на порядок ходов. И всегда окружение ходит первым. То есть его сперва увозит конвейер, и только потом он атакует. Так. Но вот я боюсь, что мне будет сейчас очень сложно что-то сделать с этими всеми врагами. Как стреляет этот? Он стреляет поверху. В принципе, есть хорошая идея. Я могу выстрелить и могу поставить его сюда. Он стреляет поверху и подтягивает... Да, отлично. Теперь этот жук убивает своего летающего товарища. Хорошо. Что еще я могу сделать продуктивного и хорошего? Я могу, в принципе, сделать какую-то атаку. Только я не уверен, стоит ли мне это делать. В принципе, я могу убить еще одного врага. Наверное, причем... могу убить этого врага. Просто потому, что у меня есть целых два хода. Наверное, я так и сделаю. Так, этот у меня сходит на три клетки. Ну, вроде бы все хорошо. Вначале я ему нанесу единицу урона таким образом. Или я могу этого врага. Даже не знаю. Какая разница? Не имеет значения. Да, единицу урона вот так. И потом я его добью этим мехом. Хоть он был безопасен, пускай он, в общем, отправляется на тот свет. Хорошо, это был продуктивный ход.
Так, прыгучий враг заблокировал передвижение нашему гравитационному меху. Это очень плохо. В принципе, мой большой человек может подойти и убить этого меха. Но что мне делать с этими двумя дальнобойными? Я могу, конечно, кого-то из них подвинуть. Даже, скорее всего, могу двоих из них подвинуть. Но как мне сделать так, чтобы они при этом еще и... умерли, возможно? Это уже сложно. Ну, для начала, наверное, все-таки нужно освободить моего товарища. Так, этого жука больше нет, паутины его больше нет, значит, теперь я могу ходить двумя моими мехами. Обоими, да, моими мехами. Я могу выстрелить... Да, я могу выстрелить в эту точку. Это сдвинет их в разные стороны. Один из них отлетит сюда и будет, в принципе, безопасен, но второй продолжит стрелять в эту сторону и будет стрелять в это здание. И я не уверен, что я могу как-то этому помешать. Надо придумать... такую комбинацию из двух этих возможных ходов, которая помогла бы мне. Причем тот, который стреляет на условный север, у него он ходит раньше. Его, то есть его товарищ не сможет его убить. Хотя, если я выстрелю... Нет, да, его товарищ не сможет его убить, наверное, никак. Тяжело. Что же делать? В принципе, я могу подставить какой-нибудь из своих юнитов просто на путь выстрела, чтобы он загородил собой. Чтобы он сам получил урон, а здание не получило урона. Но, если я их сейчас подвину так, как я планировал, то на эту клетку я не смогу встать, меня увезет конвейер, и здание урон получит. Что же делать? Как можно видеть, Into the Breach это такой, можно сказать, гибрид тактики и пазла, потому что над каждым ходом надо долго думать, прикидывая, какие комбинации, каких решений приведут к каким последствиям. Ну, значит, наверное, мне придется сделать менее продуктивный ход. Я наношу этому врагу 1 урона. Он блокирует собой выстрел второго врага и умирает. Но чтобы здание не получило урон, мне придется поставить своего юнита на ход... под удар. Наверное, ничего лучше я не могу сделать. Давайте посмотрим. Этот промахивается, этот стреляет в моего меха и умирает. Да, все как я и планировал. Итак, у меня последний ход. И все, в принципе, не так уж плохо, но не так уж и хорошо. Любопытно то, что враги сейчас, они находятся на конвейере. То есть, фактически, и этот прыгучий враг, который...
готов уже убить меня целиком, и этот жук, который хочет снести здание, они уедут. И получается, что они вообще мне не страшны. Выглядит как игра с Nintendo DS, пишет в чате. Мне кажется, симпатичный пиксель-арт, мне вот он нравится. Я мог бы выстрелить и раскидать их, но, увы, враг, несмотря на то, что он умрет, его труп отлетит в здание и разрушит здание. Я этого не хочу. Поэтому, наверное, я проигнорирую двух врагов на конвейере и попробую убить остальных. Этот утонул. Но этого я, наверное, не убью, но я смогу его, скорее всего, развернуть. Он все равно по мне стреляет. Но этот мой юнит-танк, поэтому не страшно. Он урона не должен получить. Ну, в общем, я уповаю на конвейер в этот раз. Не знаю, что еще делать. Наверное, я попробую так все и сделать. Итак. Да, конвейер их действительно увез, они ничего не смогли сделать. Но они глупые жуки, они не знают, что такое конвейер. Все, миссия пройдена. Все бонусные задания — защитить электростанцию и не получить более чем 4 единицы урона — я выполнил. Значит, у меня текут бонусы. Эта миссия усложненная, будет на ней один альфач. Честно говоря, я думаю, что я не осилю ее, но давайте попробуем. У меня совершенно сейчас слабые, непрокачанные юниты, которыми я не очень представляю, что можно делать. Но... Или... Как бы мне лучше ее поставить? Пускай так. И подтягивальщик. Вообще, я слабо себе представляю, как этот подтягивальщик может быть особенно полезен. Но может быть. Может быть. Может быть, я еще пока чего-то не понимаю. Итак, пока этот враг жив, все враги получают меньше урона. Это очень прискорбно. Убить его я легко не могу. Пододвинуть его под чужие атаки я тоже не могу. А нет, могу. Могу. Я могу этим товарищем подтянуть его под выстрел этого врага. А этим товарищем я могу взять альфача и выкинуть его куда-нибудь в другую сторону. Звучит как план. Но что делать с моей артиллерией? Наверное, она может убить его ценой одного своего хитпоинта, потому что, ну, других вариантов больше нет. Я думаю, так мы и сделаем. Угу. И его застрелит свой же. После чего все враги начнут получать нормальное количество урона. Увы, сейчас я не нанес ему ничего. Зато сейчас, отпихивая этого врага в мою сторону, я наношу себе урон тем, что он в меня врезается. Так, о, отлично, он встал рядом с водой. Мне это почти что нравится. Итак, что я могу сделать?
Мой гравитационный мех сейчас не может ходить, пока не сдвинут с места или не убит этот альфач. Целых три врага атакуют мои здания. И у меня очень мало вариантов, что я с ними могу сделать. Если я сделаю такой ход, то я спасу только одно здание. Возможно, этого мало. К тому же я могу утопить альфача и убить его навсегда. Да, кажется, у меня есть идея, как спасти все здания, кроме одного. Да, именно так. Поскольку у моего этого меха последний хитпоинт, увы, я не смогу им прикрыть здание, и мне придется понести урон, но зато все остальное будет хорошо. Вначале альфача мы утопим. Теперь у меня оба юнита свободны. Дальше мы пододвигаем вот этого товарища на единичку сюда. А теперь мы перекидываем его товарищей через себя, и они убивают друг друга. Увы, я теряю единицу перманентного здоровья, но тут ничего не поделать. Сейчас все, может быть, даже не так плохо, потому что... Два врага решили нацелиться на мой юнит, который может ходить. Если он просто уйдет отсюда, то ничего плохого, в общем-то, не случится. Осталось только понять, что я могу сделать такого, чтобы предотвратить урон остальной. Моя проблема то, что, в общем, да, эти мои юниты, они практически не могут наносить урона сами. Они полагаются на то, что враги должны друг друга мочить. Но сделать так, чтобы враги друг друга мочили, достаточно сложно. Особенно вот этому моему меху, который должен перекидывать их друг через друга. Потому что в данной ситуации я не очень вижу, как это может мне помочь. Итак, сейчас мне нужно, в принципе, защитить два дома и, по возможности, заставить врагов атаковать друг друга. Но мой юнит, который умеет перекидывать врагов, он не может, в принципе, дойти... Может ли он? Нет, он не может его перекинуть, потому что здесь карта заканчивается. Все очень грустно. Я не могу себе представить, что я сейчас могу сделать такого, чтобы... чтобы спасти оба здания. Тяжело, тяжело. Как же мне не допустить того, чтобы оба здания хоть... А, у меня есть идея. Да, мне придется самому получить урон, но, по крайней мере, наверное, да, я смогу их спасти. Ведь если я буду подтягивать этого врага к себе, то он получит урон, когда врежется в стенку.
После этого этим юнитом я могу долбануть его об стенку еще раз. И он умрет. Жалко, что не могу дойти куда нужно, но этот может просто заблокировать выстрел с собой, и тогда здание не получит урон. Но сейчас врагов будет целых пятеро, у меня будет только три юнита, и в последний ход мне будет тяжело. Угу. Ну не так плохо, только два из них стали атаковать здание. Я думаю, что что-то может из этого получиться, но я еще не уверен, что. В принципе, да. Я могу пододвинуть летающего под выстрел, который идет в здание, и он его с собой закроет, в любом случае. После этого я могу... Нет, не могу. Черт. Что же делать? В принципе, нет, я могу подтащить стреляющего этого так, чтобы он врежется все равно. То есть, да. Да, но как мне при этом... Как мне при этом отодвинуть этого гада, чтобы он никаким образом не... Есть идея. Я могу пододвинуть своего юнита. Окей, у меня какой-то невероятный гамбит, в общем, сейчас появился. Итак, этот мой мех может двигать на одну клетку любого другого, но не наносить урона. Этот может раскидывать врагов в стороны, нанося урон, а этот только перекидывать через себя, нанося урон. Мне нужно, чтобы здания не пострадали. План у меня получается такой. Вначале я подтягиваю свой этот мех, который до этого не мог никуда дойти. Потом я им... Что? А, да, вот. Я им подхожу к летающему врагу, который нацелился на электростанцию, и перекидываю его. Больше он не может никому навредить. Остался только один подлец. Вот этот. Он стреляет в здание. Что я с ним делаю? Я стреляю рядом с ним, чтобы он отлетел в сторону и стрелял по своим. Все. Здание спасены. Миссия пройдена, я получил только единичку урона по зданиям, но за счет того, что я защитил две электростанции, я восстановил, в общем, это. Увы, я не блокировал появление врагов из-под земли, поэтому лишь дополнительную репутацию я не получу. Давайте попробуем такую миссию. У нас будет кислотный танк. Кислотный танк покрывает врагов в кислоте, и это что позволяет и наносить им двойной урон. Что пишут чат? Господин ведущий, расскажите, был ли у вас опыт игры в Silent Storm, XCOM, Ghost Recon? Нет, я не люблю западные тактики, но эта игра очень похожа скорее больше на Advance Wars и Disgaea, как мне кажется. Так. Что-то нужно делать со всеми тремя врагами. Да, у меня есть идея, что делать с этими тремя врагами.
Во-первых, мы убиваем прыгуна, который парализовал мою артиллерию. Черт, надо спасти эту капсулу, я не подумал об этом. Ладно, подумаю об этом позже. Значит, во-вторых, я покрываю кислотой этого врага, стреляю в него артиллерией, и он умирает. В-третьих, я подтягиваю этого врага от здания, которое он пытается атаковать, и на дыру, из которой сейчас будут лезть враги. Соответственно, сейчас появится на одного врага меньше. Тут рандома мало, в отличие от XCOM и последних Fire Emblem, что-то очень хорошо. Да, мне очень нравится, что здесь можно просто полностью предсказать весь дальнейший ход. Ну, на ход вперед ты понимаешь абсолютно все, что будет дальше. Ты полностью контролируешь ситуацию. Здесь нет никакого рандома, никаких шансов попадания, ничего такого. И мне кажется, это очень важно. Так. Базука. Нет, точно. Ладно. Что я могу сделать? Я могу... Ох, 3 хп у него. Это много. У этого 1. У этого тоже 1. Наверное, я могу сделать так. Так. Сейчас я могу этого убить. Потом убить этого и освободить мой последний юнит. И, наконец, мой последний юнит может заблокировать появление врага, чтобы... они не офигели. И, да, спасти города. Заодно обольем его кислотой. То, что карты однообразные, сюжета нет вообще. Чем занимался Авилон, непонятно. Меня угнетает. Я понимаю, но мне, честно говоря, даже не очень... я не ощущаю необходимости здесь, в сюжете. То есть, когда... геймплей процедурно генерируется, сюжет, мне кажется, ну, более или менее отходит на второй план. Так, ну теперь я совершенно точно убью, наверное, этого. Я ему нанесу 2 урона, после этого он врежется в его товарища и нанесет еще 1 урона ему. Да, именно так я и сделаю. Дальше. Надо убить этого. Я это сделаю тем, что оболью его кислотой и выброшу. Готово. Осталось последнее. Убить этого врага. Этого мы добьемся тем, что подтянем его издалека на точку, с которой вылезет его друг и убьет его. Готово. Итак, осталось 2 врага. Мне нужно одного из них облить кислотой и убить, тогда я получу бонус в 2 единицы репутации. Это довольно много. Но кого из них я могу убить, когда они... когда у них по 3 хитпоинта? В принципе, если я обоими моими юнитами его атакую, то это удастся.
А, нет, мне даже, наверное, это не потребуется. Я смогу ударить его об стену, и он умрет. Покрываем его кислотой. Артиллерия стреляет в моего танка, но его не убивает, убивает всех вокруг него. Готово. Но этого можно уже и не трогать, он все равно никому вреда уже не нанесет. Все хорошо. Что пишут в чате? Fire Emblem есть что-то, кроме камень, ножницы, бумага? Обилки, там тактика сложная. Ну, обилок нет, но там в классических Fire Emblem нужно... Там ограниченное число боев, нужно экономить экспу, экономить крутое оружие, которое конечное. И экономить юниты, которые умирают навсегда. Так что она достаточно сложная. Так, я получил единичку энергии, которую я сейчас обязательно вставлю в свою артиллерию. И я получил новое оружие, которое протыкает две клетки. Мне кажется, это гораздо лучше, чем перекидывание через себя, честно говоря. Давайте сейчас посмотрим. Я устанавливаю еще одну единицу энергии в мою артиллерию и трачу это на апгрейд, чтобы не наносить урона зданиям. Теперь моя артиллерия стреляет свободно, здания ее не боятся. Это замечательно, это очень важно. А моему атакующему... О, я могу как вторую атаку, да, поставить ему. О, not powered. Да, ему, ей нужна энергия, увы, две единицы, которых у меня, конечно же, нет. Но что поделать? Я думаю, я... Со временем, когда я получу эту энергию, я обязательно заряжу это копье и попробую убивать им врагов. Давайте я, наверное, простую миссию сделаю. Сложную что-то как-то я побаиваюсь. Все еще. Давайте сделаю простую миссию. Здесь некоторые здания уже находятся под куполами, значит, они лишь единицу урона по себе готовы выдержать. Ситуация не очень хорошая, сразу же. Но, возможно, если я отодвину... А, ну да, конечно, я могу сразу так сделать. Я просто их столкнул друг об друга. Теперь я просто, наверное, да, убью эту летающую заразу. Есть проблема. Мне нужно блокировать врагам спаун. У меня совершенно нет на это ресурсов. Тратит ли мне один хитпоинт из двух у моего этого меха, чтобы блокировать им спаун, или нет? Сложный вопрос. Учитывая, что он один из двух, наверное, я пока что не буду. Что делает этот враг? Просто атакует. И он облит уже кислотой. Выглядит, в принципе, как не самый страшный вариант того, что может тут произойти. В принципе, я могу одного перебросить и утопить, а второго затолкать на дупло, из которого вылезают его друзья. Давайте попробуем. Ты идешь в воду.
ты идешь на единичку ко мне. После чего ты встаешь. Да, отлично. Ты... Враг никого не атакует. Один раз мы заблокировали появление врагов. Сейчас надо будет заблокировать дважды, очевидно, потому что скоро ходы закончатся. Так, вот эти оба дупла мне надо будет каким-то образом заткнуть. В принципе, я уже одно я уже придумал как. Я просто переброшу этого через себя. И он заткнет дырку. Отлично. А теперь надо придумать... А, здесь три дырки. И этот враг не умирает от моего выстрела. В принципе, все звучит совершенно, совершенно логично тогда. Надо только сделать это до того, как я перекину врага через себя. Отлично. Этот блокирует, этот тоже блокирует. Никто никого не атакует. Идеально. Я выполнил свое бонусное задание. Теперь осталось только последний ход пережить. Но это несложно. Я утоплю, я думаю, обоих врагов. Ах да, я же могу ходить... Не могу ходить дважды? Turn over? Странно. А, мне нужно зарядить энергией было эту обилку, чтобы она работала. Ну да. Так, ну что поделать. Я все равно утоплю обоих врагов. Все. Чистая победа. Никто не получил урона. Вообще все идеально. И на этом зачистка сектора завершается понемножку. Как только остается три региона, начинается финальный бой. Здесь мне нужно убить супербосса жука и сделать так, чтобы башню не снесли. Но башня очень выгодно расположена. Я не думаю, что к ней кто-то особо пройдет. Но вот что делать с жуком, я пока себе не очень представляю. Было бы, конечно, очень классно, если бы... Ну, в принципе, здесь есть лужи кислотные. Если он туда окунется, а я думаю, он туда окунется. То, может быть, все пойдет к лучшему. Так, что происходит? Кажется, у меня есть план. Но я еще не уверен в этом. Наверное, у меня нет плана. Я очень неудачно расставил юниты в самом начале. Наверное, это и делать с другой стороны. Этот враг сделает так, что... А, да, все получают на единицу меньше урона. Очень плохо, катастрофически плохо. Нужно его убивать очень срочно. Но совершенно не представляю себе, как.
Сложно, сложно, сложно. Я еще хочу по возможности сделать так, чтобы этот противник закрыл выход следующим, но мне кажется, что я просто, наверное, не очень могу сделать что-то сейчас полезное. Хотя, в принципе... Наверное, могу. Этот враг умрет в следующий ход. И я добрался до подлеца, который давал им всем защиту. Этот враг умрет, этот враг уедет, никого не затронет. Вот в этом мой тактический замысел был. Есть проблема в том, что босс не огреб кислоты. И я, скорее всего, никак его в кислоту до сих пор заманить не могу. Вот что обидно. Я могу спасти здание от него. Но чтобы затащить его в кислоту, мне надо будет самому встать в огонь. Я не уверен, что я хочу вставать в огонь. Lights units on fire. Это наносит единицу урона или больше? Если единицу, я бы даже согласился. Но я совершенно не уверен в том, что это только единица. Единицу. Спасибо. Тогда, наверное, я попробую. А, каждый ход я буду получать здесь урон. Ну, тогда, наверное, я могу позволить это себе. По крайней мере, теперь этот враг окислен, и я смогу его более эффективно уже убивать. Увы, врагов теперь 4 штуки. О, как интересно-то. Если я перекидываю этого врага сюда, то он убьет своего товарища. Это хорошо. Если я выстрелю в эту точку, то я их... Ну, в общем... Давайте попробуем. Мне кажется, у меня есть хорошая идея, что делать на этот счет. Так. Так. О нет, это плохая идея. Он размажет его по зданию. Я этого не хочу. Давайте я передумаю, наверное. Это была не лучшая идея. Я могу передумать один раз за раунд. Значит, я, скорее всего, просто его перекину сюда и не буду больше ничего делать. Все, теперь он просто убивает своего товарища и не делает больше ничего. Этого моего юнита мне нужно чинить.
как мне говорят, я это сейчас сделаю. Осталось только понять, что моя блистательная артиллерия может предложить всей этой ситуации. Скорее всего, она может предложить то, что мы заткнем еще один выход для врагов. Вот таким образом. Здания у меня теперь иммунны к урону. И, значит, мне бояться нечего. Так, и где чинится? Вот это чинится. Ну да, все. По-моему, сейчас будет замечательный ход. Да, это будет замечательный ход. Большой жук размажет своего, нанесет урон этому. Этот выстрелит в большого жука. Скорее всего, его убьет. После чего у него из-под жопы начнет вырастать его товарищ и убьет его тоже. Давайте посмотрим. Мне кажется, что... Что, нет? Я не подчинился. Хорошо. Мне надо нажать на него. Все, спасибо. Вот. Я думал, что если я просто на иконку ткну, то он типа починится в конце хода. Спасибо, что меня остановили. Но в целом, мне кажется, этот план просто идеальный. Да, этот жук убивает центрального, наносит урон крайнему. Крайний стреляет в него. Из-за пассивки этого он наносит 2 единицы урона. Из-за того, что босс-жук покрыт кислотой, урон удваивается. Он убивает босса и умирает после того, как под ним вырастает новый. То есть идеальная комбинация, при которой все три этих врага умирают просто сами от себя. Я их буквально просто переставил так, как нужно. Смотрите. Все. Теперь закончить этот бой, ну, в общем, будет совсем несложно. Врага осталось только 2, и, в общем-то, нанести им достаточно урона совершенно проблем не будет. Например, просто выкинуть его в кислоту, чтобы он умер. Ну и на самом деле, поскольку это последний ход, я получу 1 урона, но враг просто умрет. В принципе, все, больше ничего делать не нужно. Замечательно, тактично все разыграли. Все просто замечательно. Теперь накопленные мной звездочки на этом острове можно потратить на апгрейды. Если бы я позволял врагам разрушать здания, мне нужно было бы сейчас, скорее всего, свою эту линейку здоровья заполнять за репутацию, но, к счастью, этого не произошло. Поэтому я, скорее всего... Скорее всего, я просто возьму себе 2 штуки для апгрейда. Ачивочка, хорошо. И эти 2 штуки для апгрейда я потрачу на что-нибудь хорошее. Например, на альтернативное оружие для моего... ходячего робота. Чтобы он не просто перекидывал врагов через себя на 1 дамага, очень глупо. А чтобы он мог своим копьем протыкать врагов и раскидывать. Вот. После того, как я пройду 2 острова, появится финальный остров. То есть можно пойти проходить буквально игру, как только 2 таких острова будет зачищено. Но можно пройти все 3, то есть все 4 или там 3, как хочется по возможности, чтобы
ваши юниты лучше всего прокачались. Как видно, я сейчас взял два супер важных апгрейда. Один на то, чтобы моя артиллерия не наносит урона зданию. Второй, ну вот я взял копье, чтобы валить врагов. Таким образом, чем дольше я остаюсь на этих островах, чем больше миссий я прохожу, тем больше шансов, что я где-то допущу ошибку, и у меня или я потеряю какой-нибудь из своих юнитов, или я потеряю здание, и моя линейка энергии вся уйдет никуда. Давайте попробуем эту суперсложную миссию и, может быть, на сегодня закончим. В общем, как всегда, в FTL тоже постоянно приходилось менеджить риски и награды. Здесь то же самое. Здесь ты постоянно чем-то рискуешь. Каждый ход враги нападают на тебя, ты рискуешь своими юнитами и энергией, которую сложно восполнить. Но вместе с этим у тебя есть шанс заработать и прокачаться. Итак, в этой миссии нам нужно защитить лабораторию и защитить вот этого юнита, который будет постоянно пропасть вокруг себя превращать в платформы. Давайте последнюю на сегодня миссию сделаем. Ой, сразу еще и прилетает под, в котором что-то полезное, хорошее находится. Это то, что мне обязательно нужно взять, потому что, скорее всего, там будет апгрейды для меня. Так, сразу три врага атакуют Earth Mover, которого мне нужно защищать. И еще один атакует здание. Все выглядит очень неприятно для меня. В принципе, я могу теоретически, да, выстрелить в этого эртмувера артиллерией. Она убьет одного и нанесет урон двум другим. Проблема в том, что после этого я все равно не смогу этих двух других эффективно убить. Потому что это копье, оно нанесет урон... А, оно не нанесет урон. Тогда все прекрасно, да, я именно так и делаю. Я что-то почему-то я подумал, что будет какой-то урон. Наверное, ничего не будет. Странно, ну-ка. А, я могу атаковать дальнего, а могу атаковать только ближнего. И очень хорошо, это просто прекрасно. Итак. Дальше я копьем убиваю, толкаю ближнего, он летит в дальнего, и все умирают. Все чисто. И мой третий юнит просто аккуратненько подталкивает этого врага в пропасть. Все. Все хорошо, только я не взял таймпод. Очень беспокоюсь, что какой-нибудь враг на него наступит и растопчет мой бонус. Но зато сейчас совершенно чисто все стало. Здесь, в общем-то, все очень просто, на мой взгляд. Этот враг летит в пропасть. А этого врагу я делаю суплекс, он тоже летит в пропасть. И можно наконец-то взять под. Ура! Очень хорошо. Какой пассивный бонус дает этот Overmind своим подопечным зергам? На каждом острове тут свои овермайнды. Здесь он их просто лечит в начале их хода. Ну, что я могу сказать? Их хода не будет.
Так. Как бы мне лучше с ними поступить? В принципе, на самом деле, можно его даже оставить в живых. Потому что он... Не то, чтобы он меня пугал. Но, наверное, я... Наверное, я так и сделаю. Потому что я ничего с ним не могу сделать более толкового. Утопили этого. Этого просто убьем. Все. Можно заблокировать с собой спаун врагов. На всякий случай это будет верно. Это который раз, что уже другой склад разлочен? Это на самом деле фактически второй раз. Уже после первого нормального прохождения я открыл сразу два склада. У меня было 7 монет на анлок с других складов после первого же прохождения с двумя островами всего лишь. Сейчас я, ну что за сложность, я играю на нормале. Так, блин, я не могу из этого, из дыма, я не могу стрелять. Отсюда, если я выстрелю, он ударит по мне. С другой стороны, ну, если он ударит по мне, это же не страшно. Да. Да, это не страшно. Все, врагов больше нет. Ну вот, в общем, как вы можете видеть, Into the Breach это... Очень интересная тактика, которая строится на позиционировании, на менеджменте риска, на минимизации ущерба, который можно понести. В данном случае минимизация ущерба — это получить урон моим юнитам, но которые все равно вылечатся между миссиями, но не зданием, которые будут потеряны навечно. Что же я получу? Да, реактор. Теперь я могу что-нибудь из своих юнитов проапгрейдить. На самом деле... я думаю, вот это интересно будет сделать. То есть, например, теперь враги, которые мочат друг друга, будут наносить друг другу еще больше урона. То есть прям сразу насмерть, скорее всего. Вот, но это была последняя все-таки миссия. Да, я думал сделать стримчик на часик, и я так и сделаю. Собственно... Я большую часть уже вам все показал. 4 биома, постоянно рандомные задания, миссии не одинаковые. Стиль игры очень сильно различается. За этих роботов он один, за других он будет совершенно другой. Так что, ну, пока всех не попробуешь, игра не надоест, потому что постоянно, в общем, придется адаптироваться под новые условия. Все очень интересно, я считаю, что это одна из лучших инди-игр года будет совершенно точно. Ну вот, очевидно, Селеста вышла в январе, и ее тоже все очень любят, но мне кажется, что это достойный конкурент. На этом, я думаю, я остановлюсь сегодня. Вот, вроде все показал. Спасибо, что смотрели, и пока-пока.